Так, ну смотрите, если те и те играют активно, Мирана меня разочаровала, Лишак меня порадовал. Если взять за аксиому тот факт, что играют команды одинаково, я бы поставил на Пикнигма здесь. У них он прям идеально сбалансирован для всего, для драк, для пуша, для ганга. А здесь ребятам гангать сложно. Вот смотрите, LGD. Идет какая-нибудь 15-я минута игры, и хотят они нажать смок при кулдауне ульты Тайда. Что им делать? Пак плюс кто? Пак плюс Мирана? Сомнительное дуо убийц. То есть Марс плюс Мирана это дуо убийц. Здесь ДК с любым это дуо убийц. А тут еще Рубик против Тайда. Ну, короче, не знаю, по всем фронтам мне Пикнигме нравится больше. Так можно всю игру об этом говорить. Так, здесь перетяжку сделал Пак, ставится тамба, ловится вульт. ДК еще и Мирана стянулась. Ребят, вы, по-моему, оверкил здесь устраиваете. Либо убиваете двоих, либо вчетвером здесь оказываться. Это чрезмерно. То есть просто мид уже пушится с четвертым диаболиком. Зайца глиф от этого. Не, я считаю, ЛГД, вот что творят? Что творят ДТСы? Так, тут Ктайд без ульта. Ульта Спектры. Вот она прилетела на Андаенга, пытается его зарезать с саблей. Сабля она плотненькая. И дамажит не так плохо. Убили зомби. Ну, блин, вот они реализовали ульту Спектры, убив зомби, при этом никакого объектива после этого они не заберут. То есть они не убили Кора с Фингера. Они убили саппорта только. А тут Миркл опять в инвизе. Ну, это везуха. Хотя Тай такая цель ужасная. Господи, какая ужасная цель. Ой, как плохо. Как плохо. А, у него еще и был худ нажат, чтобы отпрыгнуть после его. Ни хрена себе, тут пак на контр-атаке. Стрела не попала. Но Тайд все равно довольно плотник. У него, кстати, есть фингер, и он все-таки умрет. Ну да. Здесь его было сложно убить, а вот тут, когда он ходит под всеми, убить уже можно. Несмотря на то, что они там взяли Мирану, которую я не понял. ТБ мне эту не качал. И из-за бездействия Нигмы их драфт работает. И вот начинается драка. Умер зомби. Тамба не стоит нигде. Но Террорблейд уже в БКБшке, начиная всех резать, и ему пофиг. У него очень много сейчас всего. И ХП, и урона для такой стадии. В итоге ЛТВ забирают. Чё, можно Т1, можно рошанить. Но рошанить, наверное, сыкотно, потому что вы боитесь там того, что у вас урона не хватит. Ну, Т1 спокойно забирается. Ну да, здесь уже Нигме тяжело будет выкарабкаться после вот такой драки. Это под следующую мету, под... Равага еще не потрачена. Вот эта драка провелась, еще и Равага даже не потрачена. И никто не хочет быть вот этой вот жертвой, из-за которой это произойдет. Растанинс, не жалеет ульт Тайда, убивает ЛТВ. У него есть байбек и есть ульта. В теории сейчас можно попиздиться, учитывая, что Тайд ульт потратил и пак ульт потратил. И это хороший шанс. Но преимущество такое сильное. Там скади на Террорблейде. Как вы его убивать собираетесь? На Лешраке без БКБ Шивы, который просто умрет за три атаки? Непонятно. Он же просто не подойдет к нему под скади даже. Ну, либо шанс дождаться кулдауна, дождаться, пока пройдет метаморфоза, и все еще не будет ульта Тайда и ульта Пака, и вот в это окно нажать смог, отпушить, нажать смог и пойти пиздиться. Вот это как вариант. Это, наверное, последний шанс для них. Вот они собираются, сейчас нажмут смог, убивают с катапульта, отошли, пошли в смог, и шанс убить. Пока ульт Тайда, пока ульт Пака, КД и метаморфоза. Оп, увернулись, хорошо. Типа шанс есть здесь убить ТБ до БКБ и, возможно, забрать Рошана. Если они сейчас этого не делают, они в жопе. Потому что кулдауны откатываются, и LGD повторяют это до победного. Так. А у Пака Йон Диск, поэтому влетает правильно, что не на Пака. Убили Леона, не дав ему ничего скастовать. Но это провал. Ставится тамба, все, здесь пизда. Они проиграли. Несмотря на то, что нет ульта у Тайда и нету Террорблейда формы, он просто жмет БКБ и бьет руками, и вот здесь можно ливнуть. Они, конечно, этого делать... Или будут?
Или не будут. Ну, просто тут я уже не хочу играть на их месте. Вот вроде манта диффуза, но это... Это было бы клево, если бы у врага Террорблейд не был бы со Скади и еще чем-то сверху. С Сатаником. Еще у него Кристаллис есть. И Титан Сливер есть. Как его вообще съесть? Так, ДК. Его... А кто его отфорсил? Его отфор... Нет, это не тайдовский форс был. А чей это был форс? Чей форс? А! Вот эта херня. Нейтральный айтем у пака, который толкает. Красиво. Изи для шторма. Ну, вот здесь, я считаю, аутпик со стороны LGD. Они предвосхитили гирокоптера пиком дровки. И они еще шторма берут, которого здесь, у которого здесь легкая игра. Я считаю, если они прошлым драфтом... А, у них еще и Марс Мирана. То есть в прошлом драфте Мирана была не пришей к пизде рукав. Но все равно они выиграли. Здесь она хороша под Марса. Хороша против яичка Феникса. Стрелять можно, кстати, под прилет Веспа. Ну, вообще, все, что хочешь, делаешь. Ищи под шторма. Если они прошлую выиграли своим драфтом, заставив Нигму играть не оптимально, этот аутдрафт, я думаю, они выиграют тем более. Нельзя, конечно, исключать фактор сноуболящей темпларки, но дровки на темпларку по большому счету поебать. Она ее просто аутрейнджит. С покупкой пики темпларку... В темпларке вообще до дровки не добраться. Так, а здесь будет убийство. Убийство Undying. Ёлы-палы. Тамбу перед смертью поставил. Марс, арена. О, а тамбу не убить через арену. И гирокоптера. Ой, а шестого нет. А убить гирокоптера. И убили гирокоптера. И дровка сюда уже пришла. Стрела какая косоебская. Он бы, кстати, попал и убили бы ДК. ДК абсолютно прямо шел, он просто промазал. Рука соскочила, рука дрогнула. Так, мужики смочат, Андайнка их палит. Нажал опять БКБ, задрот от стана, лютый задрот. Майн-контрола закайтить пытаются. Так, дровка позицию держит, арена. БКБ на ДК кончилась. Он остался внутри. Марс тоже остался внутри, пожертвовал собой, как и зомбарь. Так, хорошо здесь напали Нигмы, в смоке перепрыгнули. Опять задрот на дровке задоджил стан ДКшный. Так, от Холи Локета Undying отказался, видимо, решил, что тут никого не захилить, потому что в основном ебут его. Ой, напали на дровку, не успел задоджить. Лови деревянной палкой по спине, в итоге сейчас умрешь еще, да? Нет, вроде должен убежать, тебе еще манты. О, не задоджил еще тычку, ну ты вообще Валерий. Тебе еще повезло, что тебя там, по тебе прошла пара промахов каких-то. Таланта на Evasion. Нет, это талант темпларки. А у тебя есть талант на Evasion? А, там есть Godblind. Или это с лоу-граунда были атаки. Так, в итоге дровка байнулась. Опять поймала стан и сейчас умрет и проебет, прикиньте. Просто стоило два раза не задоджить, как сразу поражение. Он умрет сейчас. А, нет, он задоджил. Ну, не задоджил, а снял себе птичку. Нормально. Шторм тут, кстати, разбирается. Смотрите, что творит этот шторм. Разъебал, шторм живет. У шторма бай есть, кстати, он сейчас байнится и выебет всех. Смотрите. Так, этого не выебал, но этого убьет. Украли еще и баунти из-под носа. Ну блин, ради одного ДК так себе. Так, а Парашан, что? Арашан через 48 сек появится. Неудачный тайминг для LG. Запалили, блинканулись, напали. Как у Рошана хп-то мало, и как же хочется Рошана тыкать. И все тыкают, и так. Забрал-то шторм, а дровку без бая сдохла. Стрела вошла в темпларку. Темпларку убили, она с байбеком. Марс умирает, Мирана умирает. В итоге сдохли все, кроме шторма, и у шторма еще Аегис сверху есть. Так, а без темпларки вы достаточно хороши? Да, вы уже достаточно хороши, там гирокоптер мощный. Два байбека. Блин, ну вы же без дровки-то проебете. В дровку, кстати. Так, стрела не попала. На самом деле можно было прилететь, стянуть и застрелить. И было бы сексуально. Но почему-то стрела была кинута до того, как шторм полетел. Ага, тут его трапами. Сайленс. Два сайленса подряд от трапов. И сдох. И сейчас еще трапа поставлю. И он умрет, потому что у него БКБ нет. Добрый день.
Что ты? А, о, ему дали. О, задроты. Кто? Кошка задр. Кошка лютый пот. Там по таймингу взрывается трапа, чтобы засалить его после Аегиса. Но кошка знала это и дала ему лотус. Задротка. Так, ну чё, там трон упадет быстрее, чем резнутся ребята. БКБ, БКБ, жму трон. ГГ. Блин, что творят ДТСы? Да, я прогнозист, реально пиздец. Поэтому я и не ставлю. Потому что, ну вот такая херня происходит, непредсказуемо. В общем, несмотря на то, что Бруда создает спейсуху, а Террорблейд присоединяется и разъебывает на довольно ранней стадии, АДК ломает рано вышки, и все это под виспом и ораклом, выглядит сексуально, и вроде бы начало игры может быть за Нигмой, я все-таки думаю, что у Нигмы не получится сломать рано... зайти рано на ХГ. А Брудка актуальность как кора потеряет. Хотя смотрите, с другой стороны... Не, ну есть... Здесь есть Феникс и СД, чтобы сейвить ДПшку, которая сама по себе тоже неплохой герой. Но не против ДК и ТБ. То есть она всасывается в ДК, это прикольно, но если у ДК БКБ, она не всасывается. А духи бьют физикой. А физикой ДК и ТБ бить хуёво. Соответственно, воспринимать ее как... какого-то лейтера, героя, который будет камбэкать после того, как они затерпели на ХГ, сложно. Слушайте, блин, я тут даже не знаю, на кого ставить 400 тысяч баксов. Прям уверенности нет. Потому что в прошлых картах я имел больше уверенности, ставил и проебывал уверенно. Но это было уверенно. А здесь я не уверен. Идти Сен-Кингу, то есть Сен-Кинг просто вынужден здесь оставаться. А он еще здесь умирает. Умирает же? Умирает там мека Бруды. И Джейч уже везет ее сюда. Ну, Бруда здесь не особо полезна, если честно. Нахуй ты сюда, нахуй ты меня привез. Блин, она же просто кинула один нюк и на этом все. Увезла обратно. Просто лучше занимайся тем, что Бруда делает лучше всего. Дрочит лесок и пушит вышки. Но Лансер поимел свой диффуз. И он сейчас сможет... пытаться провернуть вот эту дефолтную лансеровскую драку, где он должен всех выебать за счет иллюзий. Какое яйцо хорошее от китайцев. О, еще и станет. А это офигенная драка для LGD. Увести пытался, но не увез. Его застанил Фейт Бьян, сбил. И в итоге все сдохли. Все, кроме Брудматери. Ну, просто красавцы. Брудку поймали, БКБ нет. Никуда не уйдешь. А здесь, кстати, остальные... Ой, вы сейчас тут, ребят, говна поедите. Засайленсили, сбили ТП-шку Джейчу, в итоге Бруда померла, Джейч умрет, Орак... Ой, какой подкопчик! И пизда, просто пизда. Китай победил. Это даже дело не дошло до хайграунда и шеду демона. Даже до этого дело не дошло. Просто лансер 15 минута драчка разъебал, все, победа. Они одну сторону сломали, идут на вторую. Че, дальше будут смотреть на то, как им несут базу? А, тут еще Шива у ДПшки. И экзорцизм, и сыр. И нет БКБшки единственное, что... Вот так, вот копали ТБ. ТБ нажал форму. Начинает бить СД. СД спрятал себя, а не ТБ. Хотя мог ТБ. Накинул ты. Так, там Оракла. Убили он Байнус, и Виспа убили он Байнус, и Миракла бьют иллюзии Пэла убили. Сторона наполовину пала. Рейнджовый барак упал, милишный можно добить, а можно отойти, дождаться конца метра. Там чуваки два байбека нажали, ну, отойди, дождись меты, напади еще раз с яичком. С новым экзорцизмом через 90 секунд, когда там Рошан, мои респауны... А, у вас Аегис, да? А, у вас Аегис на лансере. Тогда можно еще прямо сейчас было идти, хотя зачем? Завязываем. И вот мужик с рапирой. Нажал БКБ. Бьет по ДПшке. Она, кстати, чуть не сдохла. Но ее выфорстовали отсюда.
БКБ закончилось, и он просто лопнет. И меты нет, и байбека нет, и рапира нет, можно ливать. Спасибо за игру. Китай вперед. Нигма падает на ЕГЭ. Или на кого там они падают? Надо уточнить. Нигма падает на ЕГЭ. Все. А ребята из LGD куда попадают? Попадают в рай. Попадают в upper bracket final. То есть они уже топ-3 мейджора. И будут играть. И будут играть, блять, с победителями пары T1 Quincy Crew. Прикиньте. Вот это сеточка. Как бы при всем уважении к T1 и Quincy Crew. Наверное, это не те оппоненты, кого ты ждешь увидеть в финале верхней сетки.